серия называется «Гонение на ведьм», что бы это ни значило. Скорее всего, ну, они будут отыгрывать маленькую инквизицию. Встречу с любимыми рокершами всех девчонок ведьмами. Вам нужно лишь дозвониться 444-44. Обожаю дроби! И вы и ваша лучшая подруга отправитесь на концерт вместе с группой на Ведьмобиле. Звоните! О, занято! Я должна выиграть! Я же их самая большая фанатка! Даже мой ведьма-бумбокс на ведьма-тумбочке рядом с ведьма-кроватью работает на ведьма-батарейках! Мания жесть! Точно! Ой, звонит! Поздравляю, вы победитель! Клёво. Ты прикинь, целый день в компании с девчонками из группы. И в качестве бонуса целый день не думать о моих чокнутых братьях. У неё чокер есть какой? Это они! Пока! Хорошего концерта! Аккуратно! Веселой поездки! Подумай только, мы поедем на ведьмомобиле! Наверняка водитель у них прирожденный рокер! Привет, девочки! Меня зовут Деннис, и это был я по радио. Это Сербикон, талисман группы. Сербикон. Согласно нашим фокусным группам, девочки вашего возраста считают его прикольным. Прикол! Оу! Ну и свинарник! Просто супер! Смотри, Стейси, это они! Они творят! Нам на остановке ваш... Ой, мне нравится рыженька, она прикольная. Лиды незнакомые девчонки. Мы ваши давние фанаты! Да, мы выиграли в конкурсе и теперь проведем с вами целый день! Только потише, мы песню пишем. Конечно! Не вопрос. О, боже! Это ведьма бас-гитара! Клёво! Короче так. Скажите, девчонки, вы хотите поучаствовать в музыкальном процессе и помочь нам написать песню? О, боже, еще бы! Супер! Во-первых, мы не можем работать в такой грязи, так что, девчонки, для начала приберитесь здесь. Держите! Ладно, такое. Фед, чем займемся? Такое. Построим эскалатор до Луны, станем секретными агентами или клонируем гигантских хомячков. Эй, а где Перри? Куда он девается все время? Что это? Какая-то под... Они сегодня раскроют его тайну. Тайная комната? Вау! Ничего себе секретная штаб-квартира с земляным буром! И, о, летомобиль! Значит, будем секретными агентами, а? Когда ты успел все это построить, Ферб? Вообще-то я... Привет, агент Пи! Так, сейчас, это где-то в блокноте, что-то никак не могу найти. Агент Пи, здорово придумал, Ферб! Вообще-то я... А, да, вот оно, доктор Фуглшмерц. Какой сюрприз! Построил какой-то луч-разрушитель, конец света. Да. Я перешлю вам координаты. Круто! Ой, елки-палки! О! Карл, кто эти дети? Вот как все это время это работало. Буквально прям наш студия с тобой. Это хозяева агента Пи, сэр. Похоже, они нашли один из секретных тоннелей. Супер! Мы получили задание агента F в летомобиль. В летомобиль? О, нет, не может быть. Вот вы где, агент Пи. Эти мальчишки в опасности, и если что, нам не выплатят страховку за летомобиль. В общем, остановите Фофельшмерца и защитите мальчишек. О, а ты-то куда, мистер? Они никогда не найдут секретные тоннели. Вау, лазер, магнитный луч, подставка под чашки. Ты все продумал, Фил. Вообще-то... Нин, только начинаешь привыкать, какой-то новый прикол добавляется. Каждую какую-то, не знаю, серию новая... Погоди-ка. Ведьмомобиль! Хэнди сейчас там, помашем ручкой. Все, мы закончили! Вау! А теперь нужно разобрать письма от фанатов. Поможете нам? О боже! Отлично, начните с этого мешка. Фанмейл. А вот и Шреддер. Зацени. Дорогие ведьмы, ваша группа самая крутая, безбашная. Это, походу, тусовка. Ее. Это же мое письмо. Они его даже не читали. Да, но не забывай, что мы в автобусе помогаем группе писать песню. Да, наверное, ты права. И знаешь, что самое лучшее? Я за целый день ни разу не подумала о своих братьях. Смотри, мои братья! Что? Я ничего не вижу. Но я могу поклясться, кажется, я... Все, это уже все. Еще и средства тебя накрыли. Наверное. Скорее всего. И я даже смотреть не буду. Останови Фуфельшмерца. Защити мальчишек.
Останови фуфел, классная сегодня мальчишек. Сюжетная линия. Необычная. Что может быть лучше, бутербродик, перед проверкой взрывонатор? Перри, кутконос, зачем ты меня хватать за нос? Готово. Все 250 тысяч писем вскрыто и уничтожено. Ау, я тут подумала. Снаружи автобус тоже грязный. Знаешь, Стэйси, я начинаю думать, что эти ведьмы все это время просто используют нас. Да о чем это ты? Да они были так... Берегись! Добры с нами с самого начала. Моя пора для подачи теннисных мячиков может работать всю ночь. Отчет запуска взрывонатора запущен. 30 секунд до активации. 30... 29, 28. Вау, Ферб, это лого злодея просто 26, супер. Да ты тут все динамитом 25, заминировал. Мила, 24, о, круто. У тебя есть аппарат 23, для подачи теннисных мячиков. 22. Клево. Эй, что происходит теперь? Все, мы вымыли автобус и снаружи. Мы чуть не умерли, но сделали это. Молодцы, девчонки. Вы заработали специальный приз. Правда? Можете отдраить унитазы. Что? Не забудьте под крышкой помыть. Ну все, мы вам не домашние обезьянки. Да, Стэйси? Вау, ведьмочек! Вы используете нас всю поездку. Вот вы как относитесь к своим фанатам. Фанаты должны вдохновлять вас на написание музыки. Если вы этого еще не поняли, высадите меня на ближайшей остановке ведьмомобиля. Сильно. К сожалению, она права. Я чувствую себя такой ведьмой. Прости, на что так плохо к вам относились. Я думал, он такой, я чувствую себя такой ведьмой. Да! Это просто новое какое-то вдохновение быть сучкой. Как мы можем загладить вину? Можете поиграть на моих ведьмобонгах. Или на моей ведьмобас-гитаре. Эй, девчонки, придумала. Сыграй скорей на ведьмобонгах. Сейчас бас-гитара рубанет. Наш ведьмобит кайфовый. К ведьме экстазу приведет. Отлично! Супер! Привет, девочки, как дела? Мы помогли ведьмам написать... Минутку. Деннис, а кто ведет автобус? О, идем, я покажу. Автопилот. О. Вау! Круто! 7, кстати, 6, прикольно, как гигантская 5, пушка считает 4, до нуля. Ладно, 3, серьезно. Когда 2, ты это сделал? Последний 1. Раз говорю, я не... Что-то с ведьмотормозами! Автопилот не отключается! Дергай ручной, ведьмотормоз! Ведьмотормоз сломан! Скажи, как ты сделал работающий взрывонатор? Эй, Кэндис на этом автобусе! Я понял, мы должны спасти Кэндис! Клевое задание! Эй, что вы тут раскричались? Будь ты проклят, Перри! Будь ты проклят, Перри! Будь ты проклят! Зачем я купил столько швабр? Мы идем к тебе, Кэндис! Ну что они сделают? Активировать магнитный луч! Слишком тяжелый! Они не знали про него, ну ладно, ладно. Там были же в начале кнопки. Но ты и придумал. Нужно еще немного энергии. Отлично. Получилось. Мы спасли сестру. Супер, ты получил. Агент F, летим домой. Молодец, Кэндис. Теперь мы твои фанаты. Как нам отблагодарить тебя? Ну, можете прийти убраться в моей комнате. Я серьезно. А может, ты лучше споешь вместе с нами со сцены? Идет! Блин, она же умеет классно петь. Да, да, она клёво. Еще играть умеет. И пока что у нее ничего не сорвалось, наоборот. Поскорее бы вернуться домой и рассказать маме о нашем приключении. Эй, что такое? Кажется, мы попали в какой-то притягивающий луч. Привет, Финис. Скажи, Финис, что вы делаете? Это мой друг, закрытая информация. О, какой чудесный день! Ни одного звонка от Кэндис с ее дурацкими невероятными мам, сказками. Мам, знаешь, что сделал Ферб? Секретный туннель, шпионскую штаб-квартиру, злодейское лого, летомобиль. Скажи ей, Ферб. Вообще-то минутку. Я... Минутку. Почему вы насквозь мокрые? А,
Я сдаюсь. Мы упали в бассейн Изабеллы. Ну, в это я поверю. О, привет, Перри. Интересно, как там Кэндис? Хей! Я хочу пригласить на сцену одного человека! Она не только лучшая фанатка ведьм, но еще и спасла всем нам жизни! Дамы и господа, Кэндис и ее лучшая подруга Стейси! Я, кстати, думал, что я про ее подругу вообще забью. Да, сейчас забью. Это теперь самая любимая серия, потому что никто не газлайтил Кэндис, и для нее все хорошо закончилось. Это реально единственная серия, где у нее все нормально. Да, да, я так счастлива. Спасибо за эту серию. Я готова смотреть следующие, где еще... опять все будет плохо. Если бы еще Джереми это все увидел. Да, ну ладно, не все так сразу, не все так хорошо, да? Ну, блин, очень клёво. Не знаю, мне очень блин, неудивительно, а мне не так сильно зашла, ну, потому я что... я фанат Кэндис просто, ребят. Поэтому... я фанат шуток Фуфлшмерца и агента Пи. Да, их сегодня было мало, и я даже... я ждал, что когда они увидятся, будет новая какая-то разносная шутка. Я ее не получил, и я поэтому все чувствую, ну, что... ну, Саш, у нас сколько ладно, впереди. Ладно, плевать, все, сколько впереди. Просто порадуемся за Кэндис. Ладно, пофиг, все, пока. Пока.